Пожалуйтесь на городские дороги. Для горожан открыта прямая линия Центра управления городскими дорогами. Позвонив в диспетчерскую службу, можно оставить жалобу, например, на состояние какой-то городской дороги или же высказать предложение по благоустройству. Сейчас дорожники перешли на весенний режим работы, приступили к ликвидации ям. Не секрет, что из-за резкого перепада температур дорожное покрытие разбивается. Сейчас ямы заливают литым асфальтобетоном, а когда плюсовая температура становится, выбоины залатают битумной эмульсией. Дорожные работы проводятся круглосуточно в несколько смен. Также не прекращается работа и по благоустройству Владимира. Сейчас идет активная уборка дорог и газонов города от грязи, оставшейся после зимы. Ежедневно в несколько смен улицы убирают больше сотни человек. Георгиевскую и весь городской центр регулярно отмывают шампунем, остальные улицы вычищают водой. Звоните в нашу службу диспетчерскую, телефон 479-089. Мы всегда открыты и примем любые заявки. Да, обращения у нас поступают, реагируем мы быстро. То есть, если граждане звонят, мы однозначно принимаем заявки и моментально реагируем. Вид деятельности нашего предприятия – это уборка магистральных городских улиц, парков, скверов. Работаем для того, чтобы город был чище и наши граждане жили в чистом городе.